Как правильно менять кошачий лоточек? Для начала нужно подготовиться. Берем пакет для мусора, пакеты для лоточков, губку и чистящее средство. Надеваем маску и перчатки, и это не по приколу. Так вы сможете предотвратить возможное заражение токсоплазмозом. Теперь берем грязненький, вонюченький лоточек. Сначала удаляем твердые отходы. Ну, вы поняли, о чем я. С помощью специального совка-сеточки. Такие отходы можно даже сбросить в унитаз, если на них нет наполнителя, или сложить в отдельный маленький пакетик. Остальной наполнитель, который впитал в себя пипи котика, мы выбрасываем в мусорный пакет. Стараемся соскребсти максимально весь наполнитель, иначе потом его придется сливать в унитаз, а это плохо. И быстренько завязываем пакет, чтобы не вонял. Я использую силикогелевый наполнитель, и он требует полной смены примерно один раз в 7-10 дней. Пора мыть лоточек. Кстати, если у вас лоток с двойным дном, то вы можете использовать специальные пакеты. Это очень упрощает уборку. Я покажу их попозже. Итак, чем же мыть лоточек? Я буду мыть специальным вот таким средством. Но также можно помыть чистящими эко-средствами или средством для мытья посуды. Шикаем, хорошенько трем, ждем 10 минут, а потом супер тщательно смываем. Смотрите, какой лоточек чистый. Затем нужно тщательно высушить лоточек. Либо естественным путем, либо протереть бумажным полотенцем или салфеткой. Пришло время заполнять лоточек. Помните, я говорила про пакеты? Если у вас лоток с двойным дном, то можно положить такой пакет и зафиксировать его крышкой. Это очень удобно, но у меня лоток с одним дном и крышей. Такие пакеты мне не подходят. Прикиньте, я купила пакет, чтобы вам показать. Чтобы устранить будущие неприятные запахи, на дно лотка нужно насыпать специальное средство. Также можно использовать соду и зеленый чай. У меня вот такое средство, по-моему, за 150 рублей, и хватает на 3-4 засыпки. Засыпаем наполнитель в идеале высотой 5 сантиметров. Я использую силикогелевый, потому что он не разносится на лапках, а еще с него не нужно убирать ежедневно комки мочи. Готово, зовем котика тестировать. А хотя что его звать, он же все время здесь сидел. Смотрите, а Бенни-то не растерялся, сразу обновил лоточек и закатал.